Ну а власти других муниципалитетов борются с последствиями первого серьезного снегопада. Трассы замело. В Кусинском районе пришлось вытаскивать из кювета автобус с пассажирами. В Ашинском районе буксировали 4 большегруза, которые не могли подняться в гору. Не обошел стороной снегопад и Челябинск. За ночь плохо расчистили дороги, и утром горожане опоздали на работу. Движение практически парализовали 8-бальные пробки. На дорогах образовалась каша, машины буксовали и застревали, на ключевых магистралях возникли заторы. Почему дорожники не убрали снег вовремя? С этого вопроса начал свое первое аппаратное совещание временно исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов. Значит, мы принимали технику. Ну, выйди сюда туда. Все красиво, меня убедили, что все будет хорошо. Сегодня первый снежок, и пошли от жителей звонки. На трибуну Владимир Елистратов вызвал заместителя по дорожному хозяйству Владимира Олейникова. Подчиненный заявил уверенно, ситуация в городе штатная. Уборка улиц идет. Дорожники начали разгребать снег с 4 утра. На улице вышли 74 машины. Посыпали улицы противогололедной смесью. Ночная смена, она начиная с 20 часов, она работала по городу. Прежде всего были противогололедные мероприятия произведены. Порядка 1700 тонн противогололедного материала было на обработку дорог высыпано. Гололеда в городе нет. Однако Владимир Елистратов непреклонен. Ситуация не столь радужная, и дорожникам нужно ускориться. Его главы ставит задачу. К вечеру город должен быть убран. Завтра в Челябинске ждут полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Летом он обратил внимание мэрии на нескошенную траву. Так что можно ожидать, что и на очистку улиц от снега полпред тоже обратит внимание. Дорожники экстренно выводят на улицы технику. Были сформированы колонны, и основные улицы на раз мы прошли подметание. Сейчас в день продолжаем, сформировано порядка 8 колонн. Всего сейчас в день у нас порядка 160 единиц снегоуборочной техники. Полпред приедет и уедет, а снегопад продолжится. Метели в Челябинске сохранятся до конца недели, а значит расслабляться дорожникам пока рано.